Всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт с модом Пиксельмон. И, в принципе, ребята, я так думаю, что сейчас мы опять пойдем на охоту. Но вот только давайте сначала избавимся. Что у нас тут не нужно? Так. Не знаю, это тоже можно, так как это уже, в принципе, все. Да ну нафиг, еще шайни. Ух, тыш. Да, разворачивайся, поворот. Полетели, только бы успеть. Давай, Фироу, давай. Только это его не первая эволюция. И охренеть, ребята, как мы его никак не убьем? И не словим? Давайте динозавра. Нет, ребят, мы его никак не убьем. Давайте попробуем, потому что у нас даже ультраболов нету. Вот нужно было действительно сделать. Сейчас давайте усыпим. Главное, чтобы его не убил. Его убьет яд или что там. У нас один ультрабол, охренеть. Мы его даже не сможем словить. Ну просто я понимаю, что шайни, если не словится, то не охренеть, ребята, как мы его уделали, как мы его словили. Я понимаю, что он 46 уровень, что он как бы не первая эволюция, да, не поливиртл, а там поливиртл или кто там. Но, в принципе, это же шайни, да, пускай будет. Фу, с одного ультрабола его словили, охренеть. Ладно, я сам хотел напасть, но раз ты такой быстрый. Еще один шайни, ребята. Так, вот что я хотел. Ультраболы. Так, сейчас. Вот так. Ультраболы. Давайте сейчас. Вот они, я что-то ищу их, где ультраболы. Ультраболы вот тут. Так. Ух ты! С алмазным молотом это, ребята, вообще очень быстро. Действительно, то, что... И поднимать же не нужно. И оно просто нереально быстро это все делается. Охренеть. 20 штук вот этих верхних частей мы приблизительно за минуту. Я так думаю, сейчас сделаем. Итак, ребята, в принципе... Выкинула. Я не знаю почему, фиг его знает, почему оно выкинуло, но то, что мы уже себе сделали 21 ультрабол, и мы уже прилетели сюда, мы уже тут побегали, мы уже вот этот деревню облутали, ну хотя какая-то деревня, тут один вот этот дом, забрали уже и еду, и просто и выкинула, и капут, ребята, как и говорю... Когда вот так выкидывает, да, то есть видео не успевает сохраниться, а Майнкрафт резко так закрывается. Потом на видео появляется ошибка, что как бы, вот, видео не успело сохраниться, и потом его нужно обрабатывать. Но, и как бы я его, как бы, можно сказать, видео обрезалось где-то на, короче, намного оно обрезалось. Мы были уже тут не знаю сколько времени, вот оно обрезалось, и в принципе, ребята, сейчас... Ну ладно, давайте отсюда продолжим. Говорю, мы просто... Ну, в принципе, не то, что... Мы немного сделали, вот то, что сделали 21 ультрабол, да, может, убили там несколько покемонов-боссов, и вот тут мы были в этой деревне. Ну, как бы говорю, это не деревня, там один дом стоит, и вот, и все. И мы еще эволюционировали Лэмпента, вот, точно, мы эволюционировали Лэмпента в... Шанделур, как он там говорит? Шанделур, да, что-то такое. Так, ребята, в принципе, давайте полетим. Куда бы нам полететь? Это все мы вот сюда. У нас уже еда кончается. Сайтер, опять там сайтер. Полети. А, это тоже сайтер. Давайте полетим сюда, ребята. Нам еще, в принципе, не хватает найти одну биому. Это глиняная биома, да? Вроде в этой версии только
парочку новых биомов, да, вот те грибные леса, вот это, и вот глиняная биома. О, босик, босик, босик. Где он? Он что, в бою или... Нет, не в бою. Так. Точно, мы же словили еще Шинкса. Ах, капут. Мы словили Шинкса, и потом возле Шинкса заспавнился босс Люксел. Капут, короче, убил целую нашу команду почти что с одного удара. Не знаю как. Потом я вылечил наших покемонов и такой думаю, ну все, жопа тебе. Он опять пум, 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 пум. Убил, короче, это кто тут у нас? Он убил, короче, почти что всех наших покемонов, но все-таки... Диглет, нет. Но все-таки мы его убили. Тут вот этот Люкс, покемон-босс там был. Капут, это кто тут? Это Круэлл. Круэлл, ребят, не знаю, идти туда, не идти. Я думал, это какие-то острова тут будут, а тут нифига нету. Это просто другая сторона. А, в принципе, он уже и пропал. И уже, как я понял, сейчас темнеть будет. Так, давайте покушаем. Ну где ты? Чё ты? Во. Бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум-бум. Полетели мы сюда, полетели, полетели. Чё тут у нас? Пустынька, пустынька. О, это кто у нас? О, Эйрон. Он не в земле же. Он или в земле? А, да, точно же в земле спас. Нет, ребят, не хочу я в землю рыться за ним. О, а ну давайте-ка на минуточку. Вот баг капут. Ух, там уже Шани столько заспавнилась. Вот просто так смотреть на карту, иногда вот такие Шайни. Там, во, босс. Кто? Где он? Ух, сколько вас там. Нет, мы походу не на того накинули. Или на того? А, на того, на того. Я просто... О, да вот твою же, я что-то как-то даже не заметил. Не, ну просто оно тоже так. Не то, что даже полу в земле, а почти что все в земле. Давайте запрыгнем туда. Так. Бам. Отлично. Ни хрена себе, сколько золота. Так. Итак, а сейчас выбираться. У нас даже них. Ладно, давайте. 1230. 2000 пускай будет. Или там минус был. Да, минус. 5230. 75. Минус 2000. Вот, еще и босс там. Еще и босс. Что за босс? Сейчас мы пос... А, точно. Радженролл или нет? Нет. Нет, это... Да. Ну как бы там мы на другую навели, но там еще одна была. А, нет, ребята. Нет, не идем мы туда. И давайте. Да, вот сюда давайте куда-то. В эту сторону. Ух ты, ух ты. Ух ты, уже последняя эволюция. Как он там называется? Эмбоа. Точно. Нет, не будем мы его ловить. Если ловить, то ловить уже первую эволюцию. Зачем сразу же последнюю? Так, летим сюда. Тут, походу, уже океан. Или что это? О, я что-то как-то даже и не заметил. Кто? Гравеллер. Если он в земле, то нет. Но он не в земле. Он не в земле. Иди-ка ты сюда, Гравеллер. Ни хрена себе, ни хрена себе. Так, что выпало? Мунстон. Чё?
Чё-то я заметил, или просто не выпадает как-то. С предыдущей версии намного чаще выпадали... Это чё? Нет. В предыдущей версии намного чаще выпадали мастерболы с покемонов-боссов. Или мне кажется, или действительно вот так. Ну и, в принципе, да, действительно, ребята, у нас сначала же не было покерадара, да, но как бы... И мы там находили, может, одного, двух, трех покемонов, не знаю за сколько. И то, если находили, потому что... не покемонов, а покемонов-боссов. Диглет. Рар босс. Нет, не буду я туда рыться. Не, находили, но не так часто мы их находили. Да как не так часто? Мы находили одного, двух боссов. И то очень редко. А вот когда мы уже установили покерадар, мы уже нашли просто... Но если посчитать, то уже очень много, можно сказать, мы нашли покемонов-боссов и то, что, ну, как бы, не выпал еще мастербол. Воу, что ты там грузишься, не грузишься? Так, что тут у нас равнины? Равнины. Ну, давайте, полетели. Что тут у нас может быть? Вот бы глиняный биом действительно было бы отлично, если бы мы его нашли. Ну давай, грузись уже. Грузись. Опять, вот я говорю, ребята, то были только леса и равнины, что мы летели, не знаю, сколько мы там пролетали, и только были леса и леса. О, там босс был. А вот сейчас, когда мы нашли пустыню, вот эту биому, то сейчас только они, можно сказать. Ну, как бы, был босс, да? Уже нету. Если бы ты еще побыстрее грузился... Мир. Фиг его знает. Да, ребят, кто мне пишет, что... Кто мне написал, конечно, спасибо, что написали, что там новая версия Пиксельмона вышла, но, ребята, я не буду ее устанавливать. Я понимаю, что там два новых босса. Не босса, а два новых покемона. Я это понимаю, но... То, что вот сейчас эта сборка на версии как бы 1.7.2, да? А вот новая версия Пиксельмона вышла на сборку... не на сборку, на версию 1.7.10. То есть это можно сказать, если я установлю вот ту новую версию Пиксель... Ого, Blastoise. Если я установлю это тут я видел тут-то-дайла. Нет, твою ж мать, это крокунав показалось. Но как бы я только его хвост видел. Я бам-бам, нет, не буду я его ловить. Если ловить, то ловить тут-то-дайла. Поэтому, ребята, как я говорю, если я скачаю новую версию Пиксельмона и да ты ж дай, давайте назад. Он был там. Кто? Гролит, Legendary Boss. Если я установлю вот ту новую версию Пиксельмона, да, то как бы это можно будет сказать, ребята, что нам нужно будет создавать сборку заново. Потому что и то, что не то, что создавать, а я не знаю, есть ли покерадар на эту версию, то есть может он еще и не вышел. Это я не знаю, ребята. Поэтому потом, когда будет покерадар... Да ты же опять там босс спавнился за спиной. Кто это? Или он уже пропал? Да, он уже пропал. Не, ну, в принципе, если потом будет покерадар на новую версию, ну, как бы на версию Minecraft 1.7.10, да, то, как бы, тогда я скачаю, но сейчас нет, потому что опять будем без покерадара. А, это чё, глин... Нет, показалось на карте, так. Показалось. Опять босс. Кто? Кто? Magikarp.
Legendary boss это красный, да? Да. Вот он там красный. Ну дай мне пройти. Давай, давай. Да ты, если бы ты еще так быстро не плавал. Нет. Ладно, мы сейчас еще полчаса в него попадать будем. О, отлично. Так. Что там выпало, что бы выкинуть? Это выкинуть, это выкинуть, это выкинуть. Все, все. Больше, больше, больше ничего. Так. Ребята, где спавнится? Вот я в пустыне не видел. Где как он там называется? Крокодайл? Нет. Ну, короче, в пустыне спавнился вот крокодил такой. Вот сейчас я уже не знаю, где он спавнится. Так как, в принципе, спаун, можно сказать, немного поменялся. Кто это? Кто это? Magikarp. Где он? Где-то... Нет, не тот. Где-то он... Нет, не тот. Ладно, сейчас мы постараемся в него попасть. Где-то он у нас вот там. И где он? Да ты во всех попали, но только не в него. Нет, да отойди ты, там еще один босс. Да ты ж, что ты, зараза-то такая наглая? Ты что толкаешь? Иди сюда, ты что толкаешься? Ты что толкаешься? Охрень, вот капут наглый. Отлично, так. Вот, попали. Вот так. Отлично. Так. Да, есть у нас место, не выпал он. А сейчас. О, Jigglypuff. Он в земле, да? Он же в земле спам. Нет, ребята, не хочу я туда рыться. Сейчас. О, там еще Jigglyt. Ах, не хочу. Полетели вот сюда, Вот еще бы точно, у нас двух биом не хватает. Не хватает у нас же джунглей, да? И вот этого. Глиняной биом. Джунгли, точно. Ох, какой покебол. Чё бы выкинуть. Вот это и там еще что-то было, да? И тут что бы выкинуть? Или мы уже подняли? Вот. И да, иди сюда. Ладно, давайте следим. Где он? Где Макс Ревайв? Во. Макс Ревайв. О, уже утро. Так, ладно. Полетели. Куда полетели? Нет, давайте вот туда мы полетим. Что-то, может, мы найдем. То, что я заметил, еще и легендарные не так спавнятся. Не, ну, конечно, может... Может, еще не заспавнился? Раньше же в предыдущей версии, можно сказать, часто спавнились. Ну, о, сейчас. Magikarp. Ультимейт босс, нихрена. О, там еще один. И, ну, я не знаю, может, немного чаще спавнились, может, нет. Так, Magikarp. Так. Отлично. Ух ты, большой уровень. Мастер, ух, наконец-то, ребята, наконец-то, мастер-болчик, дай слезть, охренеть, ребята, первый мастер-бол. Так, сейчас вот это выкинем, и выкинем, вот, нет, не вот это, а вот это. Ребята, первый мастер-бол, вот это тоже можно выкинуть. Ребята, первый мастер-бол, офигеть, вот так, где он?
Вот, первый мастер Бо. Вот он. Отлично, ребята. Извиняюсь. В принципе, действительно отлично. Это же мастер Бол. Сейчас уже, если найдем какого-то легендарного. Вдруг кто-то надумает заспавниться. В принципе, я думаю, что если бы мы уже нашли джунгли, то я уже думаю, Мью бы уже хотя бы раз заспавнился. Заспавнилась. Ну, заспавнился. Ну, ладно. Потому что действительно, она очень так, ну, не очень часто спавнится. Не говорю, что очень часто спавнится, но нормально так спавнится. И чё бы выкинуть? Во. Полетели. Я думаю, в принципе, уже, ребята, сейчас можно и домой возвращаться. Первый мастербольчик. О. Тихонько. Шиникс. Legendary босс. Где он? Где? Вот он. Красный. И иди-ка ты. Ладно, как там и сейчас. Воп. Как говорю, это нереально просто. Так, чё там? Чё там вы да капут? Столько вот. Нужно уже домой идти, выкладывать все это с инвентаря, потому что. Ладно, побежали тут. Итак, ребята. Опять выкинула. А знаете, когда выкинула? Когда мы вот тут нашли шайни Soul Rock. Мы нашли шайни Soul Rock. Я даже вот тут копал, но что-то оно. И действительно говорю, просто опять выкинула, опять ошибка произошла, что нужно было вот это исправлять ошибку и. Действительно, был там шайни Soul Rock. Где-то 40 с каким-то там уровнем, но то, что выкинула и. Как раз так выкинула, когда мы на шайне были. Ну вот то, что просто когда выкинула, когда мы уже на него упали, как бы, да, я копал так под себя, и мы на него упали. И как раз вот тогда выкинула, и там какая-то ошибка была, и там даже в той ошибке там писало имя вот этого покемона, то есть писал там что-то Soul Rock, да. Но фиг его знает, но я говорю, ребята, мы его нашли шайни Soul Rock, и как раз выкинула. Ну ладно. Так, в принципе, тут уже нифига нету, я только, зато я там слышу пауков, а если нас паук нападнет, лучше мы идем домой, ребята. А я не помню, мастербол мы выбили, ну как бы мы выбили мастербол, но я не знаю, записалось ли это или нет. Ну секунду. Да, в принципе, да. Вот записалось, как мы выбили мастербол, потому что я еще раз говорю, ребята, обрезается вот то. Когда вот так вот закрывается Майнкрафт, да, и видео не успевает сохраниться. В принципе, ребята, я так думаю, давайте уже на этом закончим эту серию. Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. Всем за просмотр. Всем удачи и всем пока.